В Дагестане зарегистрировано 1500 сельхозорганизаций, около 4000 фермерских хозяйств и ИП. Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи 2021 года подвели в регионе. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова с заместителем руководителя Госстата Константином Лайкамом. Председатель правительства рассказал о текущей работе, планах по увеличению площадей под посадку картофеля и капусты. Проектирование нового мясокомбината, полного цикла, питомника для виноградных саженцев и многом другом. Отдельно обсудили меры поддержки сельхозтоваропроизводителей республики. Отмечу, что основной этап сельскохозяйственной микропереписи прошел с 1 по 30 августа прошлого года. При этом обработка полученной информации еще продолжается. Главная цель такой переписи – получить объективную картину текущего состояния сельского хозяйства в Дагестане.